Мы говорим об истории. О истории отношений. Если человек не помнит свою историю, он не... это даже не человек. Потому что история – это главное. Я обращался к истории. Я бы вернулся в том числе. Потому что, представляете, страна Россия, да? История нашего государства – это 2000 лет практически. Но и часть этой истории вы можете себе купить. Небольшую часть. И поставить ее там, где вы можете всем сказать: «Я такой историей горжусь». Где мы все это дело будем брать? В винтажном салоне на Металлургово 2. Я уже не знаю, но моя история начиналась, когда про компьютеры никто и не думал. Когда мы свято верили в коммунизм. Когда мы боялись верховых взрывов ядерной бомбы. А это был единственный способ очистить небо от угрозы ракет из Америки. Когда игрушки были из металла. Когда пистолеты были из чугуна. Когда машины были редкостью. Когда был всего лишь один выпускной. Когда даже троечник мог поступить в институт и сказать спасибо партии за пятилетний выходной. Когда араксы были всего 3-4 вида. Когда колбас было всего 4. Когда мы хотели изменить жизнь к лучшему, и это получалось. Это было клево. Жалко, что сейчас все по-другому. Но память-то осталась. К слову о памяти. Все, что вы сейчас видите, вы можете пощупать, а может и купить на Металлургов 2 в этом винтажном салоне. Слово винтаж, да? Винтаж, по-моему, не совсем по-русски, да? Ну, хотя я не знаю. Я не настолько специалист в русском языке, у меня 3 балла по русскому языку было. Но, тем не менее, вы продаете историю. В смысле, такая ситуация возникает, да? У человека что-то, ну, и он ее хочет продать, куда-то скинуть, да? Но, тем не менее, я, допустим, реально смотрю, что какую-то часть истории я бы себе хотел забрать. Я не могу сказать, что я торгую историей. У нас уже много специалистов, торгующих историей. Я пытаюсь сохранить. Сохранить и показать, что это имеет право жить. То бишь, мы сейчас говорим о цене вопроса. Потому что у людей какие-то странности, да, возникают, что если это история, то каких-то денег больших стоит. Это же не стоит больших денег, допустим. Антиквариат стоит больших денег. Я не называюсь антиквариатом. Никакой это не дорогой салон. Винтажная вещь, она сама по себе имеет небольшую ценность. Она больше в память у людей, цена. Номинально, ну что, кружечка, рюмочка, 100-200 рублей. Легко. А где найти? Металлургов 2. Да, я в свое время кафе у меня было, я его назвал прямо так. Советский Союз, торгуем от заката капитализма до рассвета коммунизма. И вот у меня там было все во флагах. Народ заходил, ему все это нравилось. Вот она суть, мысль наша, потому что мы жили когда-то и жили гораздо вкуснее, чем сейчас. Я, честно говоря, потому так думаю. Мы молодыми были. Во-первых, многие приходят, они же видят не то, что кусочек старой вещи или памяти, они помнят себя молодыми. Мы молоды, мы полны энергии, счастья, жизни. Я продаю, мне кажется, не просто вещи, и тем более не историю. Я даю людям за очень небольшую сумму кусочек такого счастья, такого детства, такой памяти, любви. Ой, я не знаю. В этом магазине можно не просто сделать подарок себе, можно счастливить любого друга и товарища. К слову о салоне. Вот вам музыка из моего детства. В свое время у меня была магнитола, способная играть в нескольких режимах работы. Это стандартные 33 оборота в минуту, были и 45, и 78. А такие композиции хранила моя бабушка. А пока звучит то, чему лет практически под сотню, посмотрите весь винтажный ассортимент. Ну не весь, конечно, а некоторую его часть. Какая история? Да любая.
Хотите себе самовар возьмите, хотите большую советскую энциклопедию возьмите, хотите, ну, что-то такое красивое. То есть, помните, да, монофонические граммофоны у нас были. Все тоже здесь есть. Вообще, надо сюда прийти и посмотреть, что здесь есть ваша история. Ваша история. И потом, когда к вам кто-то придет, вы просто скажете, что, ребят, вот вы понимаете, да, часть моей истории, и она находится со мной. Потому что проблема следующая. Если вы не будете помнить своих прадедов и дедов, то никакого качества вашей жизни, хорошего качества не получится.